1 февраля в России увеличивается размер ряда социальных пособий и материнского капитала. Об этом в ходе заседания правительства объявил премьер Михаил Мишустин. Прежде всего, поддержка коснется семей с детьми, людей с ограничениями по здоровью, пострадавших на производстве и ветеранов. В текущем году ежемесячные выплаты, которые получают эти граждане, по поручению президента будут увеличены на 8,4%. Кроме того, вырастут единовременные пособия женщинам по беременности, а также при рождении ребенка. Увеличится и размер материнского капитала на первого ребенка с почти 484 тысяч рублей до 524 тысяч, а также на второго и последующих детей до более 693 тысяч рублей. Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее. Напомним, инициатором повышения соцвыплат выступил президент Владимир Путин. Глава государства предложил индексировать социальные выплаты и материнский капитал с 2022 года по фактической, а не по прогнозной инфляции. Добавим, на Ямале на второго и последующих детей предоставляется региональный маткапитал. Только за прошлый год его получили 173 губкинские семьи. 60 из них потратили средства на улучшение жилищных условий, а две семьи на медицинскую помощь.